Не поднимай его, мать. Не поднимай. Руку не выставляй прямую. Нет. Что? Еще. Сиди сюда, Андрей. Жень, там деньги, вот туда. Давай. Не надо ничего делать, шуповать, еще. Рано так. Сначала раз в голову, потом ты. Женя. Ай. Так, смотри. Ну что ты драл? Эй, ты падаешь, вы! Блин, тупой, блин, здесь. Еще говорит, дюйм. Смотри, вы туда сели, вы сюда сели. Ты идиот, что ли? Эй, поехали, туда. Вы туда сели. Да. Эй, вы сюда сели. Что вы сели? Вот туда сели. Ваше весеннее обострение, что ли? Иди, я на тебе покажу. Иди сюда, я на тебе покажу. Вы без долгов, этот пацан будет заниматься. Ты через 9 класс закончишь, ты ушел. И здесь не будешь заниматься. Ты же не будешь учиться? Нет, куда ты пойдешь? Галоши там, я не знаю, машины пойдешь. Как шеф хотел. Я машины. Ну машины. Вон иди мой машину зимой. Так все, Женя, сказал машины. А что он будет делать? Ну что он будет делать? Будет грузоперевозчик. Дальнобойщик. Для того, чтобы дальнобойщик, для этого надо учиться. И не один год, за 3 года тебе не дадут сразу права. Что, ты встал на права и тебе сразу дальнобойщикам дали? Сядь на колени. А теперь скажи, куда ты грузом будешь брать? В Таиланд. Вози. На машине, в Таиланд. Где график, знаешь? Да я так сказал. Чего так сказал? Есть навигатор. Нет. В чем здесь навигатор? Ну хоть географию чуть-чуть смотрите, хоть одну. Ну тогда вот от Молдовы в куда? Турцию. В какой? В Турцию. Да. От Молдовы в Турцию. Так будет вам окружать не через море. Будет окружать.
Что? Как он понял? Так. Через другие страны. Мы... Еще раз. Сейчас все сократится. Все сократится. Руку бери. Еще раз я вам говорю. Водитель сейчас не будет самым востребованным. Ты не видел? Ты же не смотришь новости. Нет, не смотрю. Вот, плохо. 10 километров стоят вот эти, как я Они всегда стоят. Не всегда стоят. Но сейчас потому, что ванны не работают. В Украине. Через Украину не пускают. Они решили тогда через Прибалтику, Калининград, Белоруссию. Там выстроились украинцы и не пускают. 10 километров стоят. Груз портит. Это. Что сейчас даже больше зарабатывают? Очень много. Они зарабатывают много, когда есть работа. А когда они стоят, и товар портится, он привез, он получает мало. А те, кто в Украину заехали, то у них в связи с своим положением все, что было в этом самом, оставили на Украине. И все. Они приехали домой чистые. А шеф спрашивает, где груз? Он говорит, на Украине взяли, вот и плати. Да. Еще раз, вставай. Еще раз. Не надо вам делать красивые броски, поднимать и это. Здесь на противника просто надо сделать. Просто его завалить, сделать, удержать. Значит, отсюда что, поворачивай. Просто становитесь на колени. Раз. Для того, чтобы его не убили. Дальше. Вот ты на этом погорел, когда тебе Сергей Анатольевич говорил, что невозможно удержать без человека, который тренируется. Ты же не тренируешься? Да, ты знаешь зубы, ты знаешь грехи, ты знаешь самбо. Но ты не тренируешься, мышцы у тебя слабые. Хоть ты и потянулся 15 раз, но это не говорит о том, что ты можешь еще раз подняться, еще раз. То есть мышцы устают. А раз устают, то он вытаскивает голову, заходит назад, и 4 балла. Вы делаете 2, а он 4. Поэтому еще раз, когда вы держите, вы же держите неправильно. Вы берете и... Я даже не знаю. Если рука ушла, все, значит ногу надо вот сюда. Вот. Оп, видите? Я одной рукой ногой уже держу. Если Макс начинает стараться уходить, два, старается уходить. Видите, какой я слабый, то ему тяжело. Надо сразу раз уйти. Эй, что ты улыбаешься, Дьякович? Вот ты сейчас балуешься, у тебя будет борьба, и ты на этом погоришь. Есть такая сущность, вот что меня кто не слушает, на том и погорает. Вот такая просто сущность, это я знаю, что ты встал? Раз ты же размялся, ложись, я еще раз буду держать. Ой, извини. Но только ты 3 раза тяжелее, еще раз поэтому встал на колено, завалил и аккуратно сбросил руку. Еще раз посмотрите. Посмотрите. Если вы держите руку здесь, естественно, он упирается вот в стол. Поэтому стараться сюда, да. Вот. Вот вас загнал. Не надо вам ни кимоно, ничего. Вот у вас два. Вот у вас два. Вот это вот. Дальше. 5 секунд прошло, 3 секунды. Не надо это болевое делать. Не надо. Нафиг он никому нужен. Бросьте, уйдите, и все. Уйдите от него. Заработали свои баллы. Встаньте в стойку. Встаньте в стойку. Вы в стойке боретесь хорошо. А не в парке. Встали в стойке, походили, походили. Раз бросок. Удержание 3 секунды. Раз, встаньте в стойку. Боритесь больше в стойке.
отсюда стараться здесь или самим держать руки самим. Или если он убирает руки, тогда свои дайте руки. Вот дайте свои руки. Раз, два, держи. Вот он держит. Раз, вот берите. Отсюда раз, зашел. Вот на колено. Раз отсюда. Раз и сразу достаем. Достаем колено отсюда. Душите его сразу здесь. Посчитали, дали это, сразу бросил, ушел. Ну не слабее вас, партнеры, лучше будет. Так. Эй, вы, что вы сейчас будете делать? Андрей, ко мне. Куда ты пошел? Опять кто-то звонит? А? Там звонит, ну пусть звонит. Вы, мелочь пузатая, вот сюда. Что вы делаете? Сейчас вы работаете, потом они борются в парке. Ваша задача взять заклад здесь. Куда? Еще раз. Поднимаете руку и делаете шаг. Смотрите. Раз, два. Еще раз. Я здесь прыгну. Раз и подвернуться. И выйти. Еще раз. Ручку поднять. Сделать шаг. Раз, два. Развернись. Видите? Вот вы должны как стоять. Не надо поднимать. Не бросать. Выйти. Опять поднять. И сюда. Вот я сейчас размялся, сейчас я беру правильный захват. Раз. И сюда. Хоп. Два. Такое тяжело, значит берем односторонний. И хоп. Понятно? Да, да. Встали. Можно мы снимем? Нет, Андрей. Учхоми делаешь. Бери, Андрей, вот туда делаешь учхоми. 300 раз. Так, кинь сюда. Вот сюда. Кто там у нас там может попасть? Вот туда встань. Вот туда встань. Эй! Встань вон туда. Встань вон туда. Так. Вон туда встань. Один туда, другой сюда. Так, вы вдвоем ко мне. Один сюда, один сюда. Ко мне вдвоем. Дам туда. Учками делаешь. Ты делаешь ему учками. Ты подворачиваешься к нему. Так. Иди сюда. Вот сюда, Саня. Ты подворачиваешься к нему, ты бугу. Так, вы встаньте туда, я вас не просил. Идите сюда вдвоем. Быстрее. Сюда вдвоем. Так. Один сюда, другой сюда. Вперед, работает. Так, иди сюда. Вы вот сюда. Он подворачивается, правильно, правильно, через спинку с колен. Ты ему подворачиваешься. Так, смотри. Где рука? Где рука? Бросок через спинку с колен. Вот, или здесь, или здесь. Вот, идите сюда. Ты держишь меня. Пусть она работает. Не надо развязывать. Давай. Интересно. Стоп. Вика, стоп. Вот. Высоко берешь. Берешь вот. Вот сюда. Да? Вот даже не. Раз, два. Раз, два. Справа, три, влево. Стоп, стоп. Девочку сюда шаг. А ты посмотрелись, вот туда шаг. Раз, два. Ты там. Иди сюда. Ты. 30 отжиманий, 30 приседаний, 30 прессов.
Так, ложись. Отжимание, пресс. Ложись. Ложись. Ты закрываешь камеры. Приседание, Юрий Александрович, что ты делаешь? Не вижу. Хорошо, сильно не тащи. Так, стоп, смотри, сейчас смотрите внимательно, что вы делаете. Еще раз, поднимаем руку, раз, теперь садимся на колено, подворачиваемся, два, три, приходим в это положение. Еще раз, да не надо, еще раз, локоть вверх и шаг, садимся на колено, садимся, хоп, вверх, броска, пошли. Вы стойте. Всем руками. Иди сюда. Берешь сюда. Посмотри. Берешь сюда, подворачиваешься, мягко выглядит бросок. Вперед, три бросок. Давай. Какой рукой берешь? Сюда. Переезжай рукой. Берем. Подворачиваешься. Вот. Нет, ну что ты? Держи. Чуть-чуть стоп.